Сейчас будем регулировать просвет за счет регулировки замка капота. Открываем ручку капота. Здесь ключом на 17 расслабляем гайку. Опускаем ее. Ниже. И закручиваем наш шип. Сейчас закручиваем его на глаз и будем пробовать закрывать двери. В общем, сейчас капот закрылся, можно увидеть разницу в зазоре, то что было и то что стало. Открываем снова капот, фиксируем назад гайку. Зажимаем ее. Смотрим еще раз результат. Видим, что она у нас подпружинивает. Значит, немножко нужно расслабить. Ну вот, конечный результат, при котором капот закрывается.